Земля, о чем думаешь? Уже целый круг стоишь с лицом, как у Марса. А? А это как? Тупым. Посмотри на него. А почему солнце не холодное? Да, здесь все видно. Нет, просто люди нам не заметили в космосе какую-то другую планету. И назвали ее девятая планета. А, так это Плутон. Он то планета, то не планета. А? Меня кто-то звал? Пошел отсюда! Хорошо. Нет, это не про Плутона. Эта планета находится за поясом Койпера. Люди описали ее как полностью черной. Но, по крайней мере, так выглядят фотографии, которые они сделали. Воу! Не думал, что у нас еще есть планеты. Кстати, давно мы не видели экзопланеты. Надо будет к ним слетать. Я тебе сейчас предлагаю слетать до пояса Койпера и поискать ту планету. Ну давай, я не против. О, привет, Земля! Привет, Луна! Привет, Сатурн! Нам нужно долететь до пояса Койпера. Куда нам? О, это вам к Юпитеру. Вон он стоит. Спасибо. Привет, Юпитер. Привет, парни. Мы летим до пояса Койпера. Где он? Это вам чуть-чуть осталось. Вам туда. Спасибо. Ох, мне уже не терпится узнать, кто же такая эта девятая планета. Да-да, я бы тоже не прочь познакомиться. Интересно, как долго нам еще лететь? Вы кто такие? Вы же точно не камни! Стой! Мы прилетели познакомиться с девятой планетой. Да, надеюсь, ты не будешь нам мешать. Но это же я. Но кто вы такие и откуда обо мне знаете? Люди, что живут на мне, узнали, что ты обитаешь где-то здесь. И вот я с Луной решили найти где-то и познакомиться. Как жаль, что вы не прилетели раньше. Я всегда был один. Никого никогда не видел, кроме этих камней. Воу, это грустно звучит. Поначалу да, но потом как-то привыкаешь ко всему этому. Блин, мне очень жаль тебя. Так, все, познакомились, погнали домой. Что? Так быстро? Да ладно, мы шутим. Мы же с тобой только познакомились, думаю, нам надо побольше пообщаться. Да, если честно, я вообще в тебя не верил. Да я и сам порой думаю, что меня не существует. Знаете, очень тяжело быть одному, где нету никого. Тут вот только камни летают. Кстати, да, надо бы мне быть поаккуратнее. Не хочу, чтобы на меня упали метеориты. А почему ты не пытался найти кого-то еще? Там других планет, например? А я ведь даже и не задумывался о таком. Но вот мы тебя нашли, хотя узнали о тебе совсем недавно. Да уже без разницы. Я рад, что впервые вижу кого-то еще, кроме меня. А что это у тебя в ушах? Сейчас расскажу. Венский Илон Маск Вадим Боков со своей командой Кейс Гуру потрясает рынок уникальным продуктом. Forbes, Комсомольская правда, Тинькофф журнал и Коммерсант признали CG-Pods лучшими наушниками из всех недорогих и самыми недорогими из лучших. Модель Air 2 самые легкие в линейке CG-Pods, всего 3 грамма. Отлично держится в ушах за счет идеальной развесовки. И от маленькой капельки уши не устают, а кейс даже в микрокармашек джинсов помещается. Уникальный кейс также и у модели CG-Pods Lite. Магнитная антистресс-крышка успокоит любые нервы. Главная фишка Lite – влагозащита. Можно принимать душ, плавать и заниматься спортом в любую погоду. CG-Pods наушники на любой вкус. Черные или белые, сенсорное или механическое управление. Везде микрофон. 6 часов работы без перерыва, а без розетки в сумме почти сутки. Высокое качество по вкусной цене. Всего 5490 рублей. Год гарантии, а если что, замена на новые, а не ремонт. Промокод Сфера20 на дополнительную скидку 200 рублей. И ссылка на магазин производителя в описании. Ничего себе! Обязательно перейду. О, так она реально существует. Что это такое? Не бойся, это люди, наши друзья. Так, стоп. А куда он полетел? Он же заблудится тут. Кстати, ты не хочешь полететь с нами и познакомиться с другими планетами? А? Вас там много? Ну, на 108, то 9. Просто есть планета, которая еще не определилась, будет она с нами или нет. Ну и вообще, эта планета псих. Его Плутон зовут. Ух, сложные у вас имена. Надеюсь, я вас запомню. А вот и я. Я кое-кого с собой привел. Только он где-то потерялся. О, надеюсь, это кто-то из ваших. Мне Луна как раз только что про них рассказывала. О, да. От этой планеты ты точно удивишься. Но, надеюсь, не испугаешься. Ха-ха-ха. Ну, простите, что я так боюсь. Я никогда не видел никого, кроме себя.
Что за хуй? Спасибо за просмотр. Обязательно поставь лайк и подпишись. Я нуждаюсь в твоей поддержке. Ссылка на Telegram в описании. Кстати, новое видео уже на канале.